Есть в Токарях и свои чудаки, и свои диковинки. На улице Исакова местный умелец построил дом из обычных стеклянных бутылок. Борис Иванович, чья была идея построить такой дом интересный? И сколько ушло на это времени и материала? Это я вычитал в «Науке и жизни», что в Ленинградской области построенный дом из бутылок. Ну и приезжал в гости сын, а у нас тару не принимали в магазин. Я тару складывал в сарай, он окинул и предложил, а давай, говорит, сделаем и мы домик маленький. Ну а когда я начал делать этот домик, своей посуды не хватило, пришлось по деревне собирать посуду. На этот домик у меня ушло почти 2000 бутылок, без малого, там несколько бутылок не хватает до 2000. То есть тут получается еще и коллекция пробок, да, разных? Да. Ходил на перегон, собирал на перегоне, чтобы было красиво. По деревне у кого там собирал. И уже зиму стоял, все нормально. Все хорошо, ничего и не повредилось. 11 человек вот я вместилось. Я справлялась здесь день железнодорожника, потому что я на железной дороге отработала 25 лет и пригласила гостей на память, думаю, устроила стол. Здесь клеенка была, закусок всяких, водочка, рябина на коньяке. Просто отлично справила. Пели песни, веселились, компания была хорошая, старушек. Это вам такой подарок был, да? Да, да. Борис Иванович не любит сидеть без дела. На садовом участке он соорудил памятник товарищу Сухову и другу его, Саиду. Для гостей повесил гамак, а дома из пустых зажигалок смастерил люстру. Да, зимой делать нечего. У телевизора сидел, да...